in this shit. Ему пизда, не знаешь. Короткий сюжет про те, як я зремонтував китайську болгарку. І так, вмикаємо. О Боже, вона крутиться, вона працює. Як мені пощастило. Угу. Ой, походу вона згоріла. Знову треба буде ремонтувати. Наган 44-го года, калибр 7.62. Проверка забрала, бронежилет. Раз, два, три. В ушах звенит. Да ничего, Лёш, страшного. Ебани. А есть килограмм? Вот так выбирать черт. Выбирай тот. Надо и дырку надо сделать нахуй. Надо плавить, пока он. Кожен нот упорно. Здорово, здорово, здорово. Ни хрена себе, а вот так вот рука бы твоя попала под нее, в одну комнату. Может, лапой будем забирать? Опа, не вот он, блядь. Ну, ты же умный тварь. Ай, я боюсь его. Что ты делаешь? Он ой, не надо. Не надо. Нет, только нет. Он не должен. Ай, 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 ай